Итак, всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас очередной обзор протеинов. Сегодня ко мне попал на обзор снова Экстремал, фирма Экстремал называется так. Вот, и протеин называется у нас здесь Белковый Максимум. Это наш украинский производитель, не знаю, в России есть или нет, его можно ли заказывать. В общем, ну, для тех, кто живет в Украине, в стране, вот, можете приобретать этот прот. Но, есть одно но, у него вкусовые качества такие себе. Почему я его взял, несмотря на то, что у него вкус не очень? Да потому что это растительный белок, вот, он по цене, соответственно, приемлемый. И по качеству сам по себе он неплохой. Да, на вкус он немножко горчит, вот, но это из-за того, что они используют натуральные ароматизаторы и красители. Поэтому как бы он чуть-чуть отличается от других протеинов по вкусу, да. Вот, если там, допустим, полупрод берешь, то он такой ядерный, там аж пьешь, чувствуешь, что там не пожалели добавок, вот, и посластили его очень даже сильно. А этот такой, он не сильно сладкий, даже солоноватый, вот, в него соль кладут. Кстати, это для тех, кто готовится к соревнованиям, сушится и пытается слить воду, не употребляйте протеины на сушке. Ну, как бы на сушке там за определенный период времени можно принимать, но когда уже время подходит сливать воду, не стоит их пить, потому что там есть соль. Вот, если вы будете пить протеин, вас просто зальет водой, даже от малого количества соли. Вот, этот протеин, кстати, от Экстремал мне нравится. Вот, у меня от него вообще с желудком никаких проблем нету, все отлично. Просто классно идет. И состав у него, кстати, очень даже неплохой. Здесь у него на 100 грамм продукта получается 85 граммов белка. Жиров всего 1 грамм и углеводов 3 грамма. Вот, конечно же, я не сижу на одном соевом протеине. Вот, у меня есть и другие протеины, сывороточные есть, говяжий и яичный протеин еще есть. Вот, и я их тоже комбинирую. Также я там, как ранее я говорил уже в некоторых видео, я также комбинирую вкусы. Допустим, утром один вкус, днем другой, вечером третий. Чтобы разнообразить немножко, потому что когда диета разнообразная, даже на массе, допустим, пытаешься питаться правильно, вот, нужно хотя бы немножко там как-то расслабляться, поэтому пить один вкус как-то не очень прикольно. Один раз я уже сделал такую ошибку, взял, короче, 6 килограммов протеина клубничного, я его еле допил, а он такой еще термоядерный, я клубнику не особо-то люблю, ну, как бы, если свежую есть, то да, можно с сахарком там присыпать, класс вообще. А в протеине, сами понимаете, добавки, все дела, они там термоядерные. И я уже просто под конец, когда допивал этот протеин, я уже закрывал мозг, блин, залпом его выпивал. Вот. Так что этому протеину, кстати, я ставлю по 5-бальной шкале 3 с плюсом. Почему 3 с плюсом? 2 балла я снимаю просто за вкусовые качества. Так сам протеин по себе очень хороший, растворяется хорошо, но за вкус, к сожалению, тю-тю. Поэтому для тех, кому вкус немаловажен, учитывайте этот фактор. Если вам нравится по большей части вкус протеина, да, то стоит обратить внимание на какие-то другие продукты. Допустим, той же компании Power Pro. У них, кстати, вкусовые качества очень хорошие. Вот Ситуана тоже неплохие качества вкусовые. Поэтому вот такие вот дела. Вот такой вот у нас протеинчик был на обзоре сегодня.